Всем привет! Меня зовут Андрей, и это компания «За Османскую империю». Мы захватываем мир. Да, ни много ни мало. Итак, ребята, мин, мы с которым воюем более 20 лет, все никак не хочет лопаться и разваливаться. На самом деле, нужно было это сделать раньше. Мы не будем ждать конца перемирия и нападем на них прямо сейчас. Японию объявим совоюющей стороной. Да, ребята, гораздо выгоднее было бы напасть, например, на Японию. И тогда бы нам помогал бы Дели. Но в данном случае я не хочу здесь еще 40-50 лет топтаться на этой территории. Если мин лопнет, мы все эти земли завоюем достаточно быстро. Что ж, давайте так и сделаем. Итак, да будет война. Итак, парни, нам пришлось повоевать с Японией довольно-таки долго, целых 2 года. Это очень много, учитывая, что у них небольшая армия, но ох уж эти острова. Япония состоит из 4 островов, здесь 3 небольших, вот 2 и еще один, да? И самый основной остров, самый большой, это Хоккайдо. А останется у них всего лишь половина большого острова из 4, ребята. А потом мы спокойно сможем повоевать с державой Мин. Уже не спеша, пока будут кориться наши провинции, которые мы забрали у Японии, ребят. Ну что ж, парни, оправдана была эта война с Мин или нет, то, что мы не дождались перемирия? Ну судите сами, ребята. Мы можем забрать сразу 30 провинций, то есть не дожидаясь целых 15 лет, пока истечет сроки перемирия. Да, мы теряем административные очки и дипломатические, но чтобы держать хорошие темпы, нам необходимо было бы это сделать. Смотрите, какой большой Китай был до войны и какой он сейчас останется. То есть очень много мы можем скушать, ребята. Честно говоря, я то же самое хотел сделать с Россией. Но у меня нету дипломатических очков из-за того, что я кушал Японию. И потому с Россией такой номер, по крайней мере, сейчас не прокатит. У меня нету очков, чтобы понизить военную усталость. А так бы я еще и на Россию бы напал. Итак, ребята, пока очки мы копим, давайте вот пока что с Ауюти, что ли, повоюем. Ну, как-то так. Ну что ж, ребята, я уже думаю, что нужно уже начинать покусывать Европу. Если не сейчас, то когда? Да, давайте уже начнем. И, пожалуй, начнем мы с Венгрии. Это будет не тяжело. У них всего лишь союзники Папа и Ливонский орден. Единственная неприятность, то, что придется вот сюда вот сходить, прогуляться. Но я думаю, что это не займет так уж много времени. И да, парни, такая маленькая небольшая держава, как Ауюти, ничего не смогла сделать. Но все-таки чуть-чуть от нее пришлось оставить. Буквально 3 провинции. Иначе, ребята, нам не влезла бы Венгрия. А Венгрию мы можем забрать полностью. По крайней мере, то, что от нее осталось. В конце концов, не будем жадничать, не гоняться же за повстанцами из-за этого по всей карте. Ну а далее очень подходящий момент напасть на Южную Италию, то есть на Неаполь. И смотрите, ребята, одну армию мы подлавливаем здесь, около ее столицы, а вторую армию мы ловим в Сицилии, и естественно они бегут. И вы себе представляете, такое небольшое государство, как Неаполь, содержит 90 тысяч солдат. Они даже не заняли всю Италию, здесь я немножечко в Северной Африке. Нет, ну я, конечно же, слышал, что Италия очень богатая страна, но не настолько же. В общем, наши ребята как-то справляются здесь, а наши парни, да, наши армии, но не так, чтобы классно. Не хватает сил, честно говоря, это уже чувствуется в Европе. Не так все гладко, как здесь на Востоке. Хотя на Востоке тоже были проблемы,
И, ребят, давайте вот завершим войну уже с Мином. Я на Монг Кванг напал. Перемирие истекло, и заодно докушаем Мин. И уже чувствуется, что европейцы сражаются гораздо лучше, по крайней мере, нам тяжелее, чем на Востоке. Пока мы брали крепость здесь, в Неаполе и в Анконе, они либо высаживаются здесь, в Венгрии, и мешают нам национализировать провинции, либо вот здесь, вот смотрите, они одну крепость взяли и в Александрии крепость взяли. То есть уже чувствуется, что качество армий намного тяжелее. Намного тяжелее будет нам. И не хочется уже затягивать такую войну. Но тем не менее, ребят, мы заберем север Африки. По крайней мере то, что им принадлежит. Сицилию, Мальту и несколько провинций в Южной Италии. Но затягивать такую войну мне бы не хотелось бы. И да, конечно же, как вы понимаете, эта война для нас не была тяжелой. Уже как-то надо добирать Мин, забирать его полностью и уже переходить на европейский театр боевых действий, ребят. Но здесь они нам могут отдать только земли. В принципе, нам больше не нужно. Ну, может быть, еще немного монеты. Далее закорим наши территории и вот этот Монг Кванг мы, естественно, тоже заберем, полностью аннексируем. А на этом, наверное, на сегодня хватит. Итак, мы много чего сделали. От Мина почти ничего не осталось. Единственное, что с Россией еще раз повоевать не успели. Ну, в общем, ребят, если понравилось видео, обязательно ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях под видео. А я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.